Dara tomorrow. Это был не твой день. Я был не очень хорош в симуляции. Мне позвонили из АНБ, у нас проблемы на Восточном Тиморе. Что за проблема? Большая. Что здесь делает Дуглас? Именно это ты и должен выяснить, Сэм. Это был не твой день. Я был не очень хорош в симуляции. Мне позвонили из АНБ, у нас проблемы на Восточном Тиморе. Что за проблема? Большая. Что здесь делает Дуглас? Именно это ты и должен выяснить, Сэм. Это был не твой день. Я был не очень хорош в симуляции. Мне позвонили из АНБ, у нас проблемы на Восточном Тиморе. Что за проблема? Большая.
что здесь делает Дуглас. Именно это ты и должен выяснить, Сэм. Фишер, с возвращением на передовую. Давай поработаем скрытно. Оружие использовать только в крайнем случае. На твоей одежде установлена система фотоэлементов, соединенная с датчиком видимости на твоем обсаде. При 3 единицах ты светишься как сверхновая. Прежде чем ты проникнешь в посольство, позволь мне еще раз представить тебе Брунтона, нашего консультанта по сотрудничеству. У него есть дополнение по миссии. Я буду краток. Я уверен, что ты знаешь, как я рад быть частью команды. Объединенные боссы требуют полной незаметности и хотят, чтобы обошлось без потерь в этой миссии. Мы не можем рисковать заложниками. Понятно. Попрошу только об одном. Если есть что сказать Ламберту, пусть он и говорит. Я не хочу, чтобы у меня в голове звучали непонятные голоса. Приберись в посольство. Это очень деликатная ситуация и очень неясная. Поэтому осторожней там. Грим нашла тебе черный ход. Любой ценой избегай главных ворот. Планы показывают, что под входом есть подземный водовод. Он вполне тебе подойдет. Быть немного мокрым лучше, чем немного мертвым. Этот поток поможет тебе войти, даже если тебе придется идти медленно, чтобы снизить уровень шума. Фишер, осторожнее там. Эта деревня покажется тебе легкой прогулкой по сравнению с тем, что тебе придется сделать в посольстве.
посольстве ситуация ухудшилась. Похоже, они начали убивать заложников. У меня на пути кто-то стоит, Ламберт. У меня осталась лицензия на убийство. А как же? Но ты лучше подружись с ним. По показаниям твоих приборов, этот человек здорово смахивает на одного из подручных Садона. Допроси его и выясни, что он знает об обороне Садона. Все известные нам слухи звучат угрожающе, но им не хватает конкретики. Подробности на твоем абзаце. Мне нужна информация. Я не говорю по-английски. Спорю на твою жизнь, что говоришь. Я плохо говорю по-английски. Это приятно. Я иду внутрь, на встречу с твоими друзьями. Мне там есть чего бояться. У них есть оружие. Я потрясен и шокирован. Что еще? Мои люди поставили мины на обратном пути. Мы должны были сопровождать, защищать деревню. Сопровождать кого? Никого. Сопровождать кого? Никого, я оговорился. Сопровождать кого? Я не знаю, как его звать. Кого-то нужного для Садона. У него американский акцент и протез вместо ноги. Лисий человек с мертвыми глазами. Протез? Да, мешать убить меня — это все, что я знаю. Валим, это ты. У тебя есть чем подсветить. Валим, ты меня слышишь? Бог мой! Запись подтверждает, что был захват заложников. Индонезийские террористы. Да, но заложники — это не наше дело. Ты здесь, чтобы добыть информацию. Если конкретно, то информацию, которая есть у Дугласа. У него есть контракты правительства США, поэтому мы называем его частным военным подрядчиком. Ему очень не повезло, что он оказался в посольстве, когда Садона захватывали. И что еще хуже, в его карманном компьютере содержалась очень важная информация. Твоя цель — Шетланд. Мы должны знать, сколько информации было потеряно. Смотри, Фишер, не шевелись. Уходи с Адона прямо над тобой. Если он тебя увидит, эта миссия будет окончена. Но почему я? Я ничего не видел. Но ты же что-то слышал. Нет, только Пандора Туморов. А потом пошла какая-то тарабарщина. А. Я ничего не понял. Протяни вперед руки. Я? Спасибо, спасибо. Шетланд отделен от других? Так точно. Ким не откроет дверь, пока я не скажу ему по радио. Мы должны поломать ему пальцы, если хотим, чтобы он заговорил. Да, может быть, но только тихо и медленно. Говори, чтоб ты сдох. Где это? Мне нужно, чтобы ты был жив. Остальное не важно. Не зли меня. Ах!
сколько лет, сколько зим. Фишер! О боже, парень, как ты постарел? Ты все еще жив. А где остальные котики? Я работаю один. Во флоте уже 100 лет не был. Тогда с кем ты? Меня просто послали раздолбать твой компьютер. Фигня, короче. Слава богу. Хотя, скорее, все-таки цел. Догадывайся и дальше. Я хотел уничтожить его. Кто знает, сколько информации ему удалось вынуть из него. Я работал советником по безопасности объектов по всему миру. Ты на кого работаешь? Дельта? Нет, на анонимов. Ух, может быть, тебе это пригодится. Устройство хранения, которое я взял у партизана, которого... Спасибо. Как ты смог спрятать его от охранника? Не забудь помыть руки, когда закончишь с ним работать. Зашифровано с помощью PGP. Расплюнуть. Основной текст — это полная тарабарщина. Брунтон думает, что это какой-то индонезийский диалект. Мы ищем переводчика. Но мы разобрали псевдоним отправителя. Жертвенный пингвин. И 4 слова из основного текста. Красная борода, Солнье и Спрингфилд. Мои люди в ЦРУ разобрались. Это диалект тиморских мамба. В посольстве работает женщина по имени Карлсон. Специалист по индонезийским языкам. Имя Ингрид. Ее удерживают в башне рядом с садом, что за территорией посольства. Пожалуйста, не убивай меня. Грим сейчас ищет способ, как связаться с ней незаметно для ее охранника. Мисс Карлсон, это твоя следующая цель. Все детали у тебя на обсаде. Не стреляй, я француз. Пожалуйста, не убивай меня! Здесь.
Тебе это не понравится. Шансы есть. Анализ камеры слежения дает одного охранника с очками ночного видения, наблюдающего за следующим двором. Они не погасили один автоматический прожектор. Должно быть, он его слепит в эти очки. То есть мне нужно оставаться на свету? Я же говорил, что тебе это не понравится. Ингрид. Это называется свидание вслепую. Надеюсь, трюк с фонариком помог? Да, спасибо. Я делаю все, что могу. Это оказалось совсем не той конторской работой, на которую я нанималась. Я в основном решаю словесные загадки. Смотри, мне нужно кое-что расшифровать. Неплохой ПДА. Ты сохранишь эту цветовую модель? Ты понимаешь, о чем это? По фонетике это мамба. Не родной для говорящего, но беглый. Сообщает числа для места встречи. 49-57 север, 03-08 восток, 18 часов. Единственное указание на место – это Солнье. Это не на мамба. Говорит, что осталось несколько недель до получения ингредиентов для спрингфилдской демонстрации. И это все. Подписано «Жертвенный пингвин». Жертвенный пингвин? Любая твоя догадка будет лучше моей. Но я бы не советовал гадать. И пока я не забыл. Забудь обо всем, что видела, слышала и говорила. Ничего, если я оставлю тебя здесь. А ты останешься, если я скажу нет? Нет. Отличная работа, Фишер. Между этими координатами и названием Солнье существует идеальная связь. Они подходят под описание криогенной лаборатории в Париже. У нас появились известия от Дельты. Они высылают своих ребят. Это значит, что у тебя наконец появилась свобода действий. Счастливого Рождества, Фишер. Убей столько партизан, сколько захочешь. Вниз по лестнице у основания башни есть выход. Коэн ждет тебя в деревне. А Спрей не может приземлиться в деревне. Коэн боится, что она станет слишком хорошей мишенью. Отрежь энергию от всех прожекторов, что есть в деревне. Они будут лететь очень низко и подберут тебя к концу мола. Yeah.
Ух!